Шумно, грязно, тяжело, все трясется. Еще секунда, и будет взрыв. Строй площадки. Взрывные работы. Сигнал детонатора разрывает все со скоростью 10 км в секунду. Сила ударной волны в 500 тысяч раз больше давления атмосферы. Взрывчатка — это чрезвычайно мощный инструмент. Но здесь нужно не только найти безопасное место и оттуда произвести взрыв. После целого столетия судебных тяжб и ошибок, инженерам удалось обуздать непомерную силу и направить ее в точном направлении. Перри Саунд, провинция Онтарио. Строительство четырехполосной дороги среди самых твердых каменных пород в Канаде. Этот огромный пласт гранита, называемый канадским щитом, пролежал здесь миллиард лет и лежал бы дальше, если бы не понадобилось проложить отрезок дороги длиной 6 километров. Придется убрать 1,2 миллиона кубических метров. Главный менеджер проекта Ричард Уолкер собирается выселить отсюда камень. Порода очень твердая, поэтому с техники особый спрос. Тяжело получить то, что требуется. Нам придется использовать очень большое число взрывчатки, чтобы разбить камень на небольшие куски. Для выполнения этой сложной задачи пригласили специалистов компании «Консбек», занимающейся подрывными работами. Но сначала домашнее задание в виде расчетов и подготовительных мероприятий. Взрывник должен знать, куда разлетятся обломки камня, размер этих обломков и, самое важное, что останется после взрыва. Только после этого он получит оценку. После каждого взрыва мы смотрим на четыре основные критерия. Нам нужно, чтобы все раскололось как надо, вот как здесь, например. Еще мы смотрим на смещение. На этом месте взрыва осталось много отбитой породы, которая откололась от задней стены. Отвалилась примерно половина лицевой стороны, так что смещение получилось хорошим. Очень важно оценить то, какими после взрыва остались стены, то есть склоны и откосы. В данном случае все как надо. Последнее – это почва. Нам нужна хорошая и удобная поверхность после взрыва. После того, как уберут отколотую породу, мы подойдем ближе и оценим, соответствуют ли плоды наших усилий принятым стандартам. В данном случае ставим пятерку. Хороший взрыв зависит не только от количества взрывчатки. Важно ее правильно разместить. Для усиления силы взрыва взрывники пробуривают отверстия в коренной породе с помощью твердосплавного инструмента. Пол Уорси всю жизнь посвятил взрывному делу. Профессор, преподаватель горно-инженерного дела в университете штата Миссури, Уорси высекает искру познания для представителей следующего поколения. Сейчас я покажу вам, как важно правильно выбрать место заклада взрывчатки. Начнем с заряда небольшой мощности. Установим его на одной из сторон камня, потом взорвем его и посмотрим, что получится. К взрыву готов!
Вот что делают 8 граммов взрывчатого вещества. Все, что мы имеем, это маленький кратер на поверхности. Взрыв выбил совсем чуть-чуть бетона. На этот раз мы положим этот же заряд с 8 граммами в проделанное отверстие. Посмотрим, что теперь у нас получится. Все сравнялось с землей. Вот что осталось от нашего блока. Чтобы расколоть блок, сгодился бы заряд в 8 раз меньше. Те же принципы применяются при строительстве дорог. Если одно углубление вызывает такие разрушения, представляете, что будет при нескольких таких дырках? От того, как будут расположены отверстия, зависит, насколько крупными или мелкими получатся фрагменты. Заказчикам нужна мелкая отбитая порода, то есть мелкие осколки камней. То, что остается, откалывается и разлетается при взрыве. Мы это называем отбитой породой, и эти обломки должны быть небольшими. Для хорошей производительности заказчикам надо, чтобы здесь не было камня. Чтобы получить мелкую отбитую породу, которую легко увести, нужно не жалеть времени. Заряды должны сдетонировать в нужной последовательности. Выпускник университета Эрик Ачелпохл собирается приготовить блюдо из очень громких и опасных ингредиентов. Сейчас я покажу вам, какой эффект вызывает задержка момента детонации. Заряд на каждой последующей шашке сработает с разницей в 25 миллисекунд. На первой шашке стоит задержка 25 миллисекунд, а на последней — 500. Они будут взрываться одна за другой. Преимущество задержки в том, что у нас получается поступательный удар. Представьте, как в столовой сидит целая орава полицейских. Ладно, пусть это будет пончиковое. И вдруг их всех вызывает диспетчер по рации. Они одновременно вскакивают, бросаются к дверям и застревают. Такое количество не протиснется в двери. Вот если они станут проходить в них по очереди, то выйдут гораздо быстрее. Если мы должны были бы взрывать все шашки одновременно, то это была бы настоящая бомба. Надо, чтобы сначала сработали заряды в первом ряду отверстий. Порода сдвинется. И так мы облегчим работу взрывчатки, заложенной во втором ряду. Мы как будто бы отрезаем ломти хлеба. Сначала один кусок, потом другой и так далее. Как тут ни режь, впечатление от взрыва все равно не уменьшить. Далее в программе смотрите, что упало, и чем громче, тем лучше. Не переключайтесь. Сначала народ этим развлекали. А впоследствии с помощью этого стали убивать, а также использовать в мирном строительстве. Появившись более 1000 лет назад, взрывчатые вещества влияли на жизнь людей ударными темпами. Сегодня существует большое разнообразие взрывчатых веществ, предназначенных для разных целей. Одной из самых старых взрывчаток, до сих пор использующейся в строительстве, является динамит. У меня в руках гелевая шашка. Она так называется, потому что это 40% гель. Туда входит динамит и нитроцеллюлоза, пропитанная нитроглицерином. Такая взрывчатка обычно используется при строительстве. К взрыву готов! Самой распространенной взрывчаткой является анфо или аммонит.
Это вещество нашло самое широкое применение в промышленности. Оно состоит из нитрата аммония и горючего вещества. Это не только одна из самых безопасных взрывчаток, но и самая дешевая. Анфо действительно настолько безопасно, что при транспортировке его маркируют как взрывчатый реагент, а не как взрывчатку, что означает, что сам по себе он не может взорваться. Братья Уолкер, руководящие этой подрывной операцией, обезопасились еще больше. Они готовят взрывчатку прямо на месте работы. Главный руководитель здесь Джефф Уолкер. У него завтра будет целый день, чтобы пробурить отверстие, ясно? В четверг утром придите пораньше, ладно. Повезем нитрат аммония к основному месту работ на поезде через всю провинцию. По приезде перегрузим нитрат из вагонов в грузовики и привезем на место работ. Потом мы поместим нитрат в емкости и зальем туда дизельное топливо. У нас получится анфо. Как только взрывчатка готова, мы выгружаем ее в камеру давления. По их семейному рецепту можно за 3 часа приготовить 20 тонн взрывчатки в виде замеса. Вряд ли кто еще так умеет. Перед тем, как крикнуть «К взрыву готов!», надо еще откачать воду из скважин. Лишняя вода может ослабить действие анфо, и тогда получится не та отбитая порода, которую хотелось бы получить. Теперь камеры давления заполнены, и воды в отверстиях нет. Пора закладывать взрывчатку. Насос вынули, значит, надо опускать внутрь вот такой тканевый рукав. Туда же мы опускаем наши шашки и заливаем внутрь этих рукавов раствор. Теперь должно пройти время, часы, а может даже дни. Нам осталось заполнить еще 7 отверстий, и тогда закладка взрывчатки будет завершена. Для того, чтобы взорвать стабилизированное вещество типа анфо, не нужен большой заряд. Детонирующие шашки приведут всю систему в действие, как стартовые пистолеты. Эта шашка детонирует или приводится в действие электрическим разрядом, который идет от аккумулятора в небольшом зарядном устройстве. Этот мини-взрыв вызывает детонацию вертикально установленной взрывчатки, колонны. И происходят две вещи. Во-первых, образуется взрывная волна, которая распространяется по этой колонне вверх, и камень в результате разламывается на маленькие куски. Во-вторых, при переходе взрывчатого вещества из твердого состояния в газообразное, образуется газ, который выталкивает вверх теперь уже размельченную породу, и она выбрасывается наружу. Эти две фазы должны наступить обязательно. Мы надеемся, что на севере Онтарио так все и произойдет. Когда звучит команда «Чисто», подрядчики вывозят отбитую породу с территории и готовятся к следующему взрыву. Но ничего не выбрасывается. Обломки станут дорожным полотном. Ричард Уолкер участвует в подрывах с 13 лет. Это семейное дело. Вот уже много лет мы занимаемся взрывами. И мой отец работает в этой области, и 2 моих братьев тоже. Мы подходим к делу серьезно, но и заодно удовольствие получаем. Мы остались детьми, которыми только дай что-нибудь да взорвать. Это так захватывает, ни на что бы это не променял. Но когда зарабатываешь взрывами, неизвестно, в какую точку земного шара приведет тебя работа. Например, не хотелось бы услышать сочетание слов «сточные воды» и «взрыв». Но когда заводу по очистке источных вод Ролла, что в штате Миссури, понадобилось расшириться, строители наткнулись на препятствие в виде каменистой породы. По словам руководителя Брюса Джиба, обойти ее было нельзя, оставалось взорвать. Нам надо продраться сквозь кусок породы размером 2 на 2,5 метра и выкопать верхушку этой глыбы размером около 2 метров, представляющей собой кусок грязи. С помощью взрыва сооружение, которое будет вон там, позади меня, примет размеры 75 на 50 метров.
Оно называется отстойник. Сначала нужно сделать пробные скважины, чтобы понять, насколько глубоко порода уходит вниз. Скважины делаются в разброс, и так мы начинаем ориентироваться, где она выше, а где ниже. Основываясь на этом, мы начинаем соображать, сколько метров нам надо будет выкопать. Таков наш план работы. Они называют это подъемный взрыв. Подземное препятствие буквально взлетит на воздух. При подъемном взрыве у нас нет свободного пространства, необходимого для того, чтобы разлетались осколки породы. То есть нам надо сделать так, чтобы порода при взрыве разлеталась вверх, а не в стороны. Поэтому это и называют подъемным взрывом. Для этой работы взрывник Чет Исаакс взял 15 килограммов гидромита, непромокаемой взрывчатки. Сначала засовываем внутрь емкости с гидромитом детонирующую шашку. Гидромит — это взрывчатый реагент, а не взрывчатый порошок. Этот реагент надо чем-то привести в действие, поэтому мы кладем туда шашку. Дальше нужно опустить гидромит на дно скважины и как следует прижать, засыпав скважину гравием, чтобы взрывчатка не сместилась. Сила удара должна быть направлена вниз, а не вверх. Яму вырыли, взрывчатку положили. Остается надеяться на лучшее. Только на опыте можно понять, куда точно будет направлена сила удара. И все взрывники этому долго учились, думая, что все правильно, но нет никаких гарантий, что взрыв пройдет как запланировано. Остается только отойти и смотреть, что будет. Обычно все проходит хорошо, но бывают и исключения. В университете Миссури Пол Уорси ведет занятия по горному делу. Тесные проходы в шахтах ошибок не прощают, поэтому взрыв в таком месте требует знаний и умения. Взрывников учат точно предвидеть результаты взрыва. Для того, чтобы понять природу взрыва, ученые используют специальную емкость, где производится взрыв, и высокоскоростную съемку. У нас есть камера, которая может делать миллион снимков в секунду. Происходит следующее. Свет проникает внутрь и попадает на барабан с укрепленным на нем зеркалом. Этот барабан вращается, зеркало отражает свет, и он, проходя через вот эти линзы, попадает на пленочную дорожку вот здесь. В обычной кинокамере пленку тоже прокручивают, но затвор этой камеры работает так быстро, что мы не можем прокручивать пленку с такой скоростью, потому что она разорвется на куски из-за большой нагрузки. Фотографии напечатаны, и теперь мы можем увидеть, как все происходит шаг за шагом. Главное, что нам надо разглядеть, это как работает детонатор, куда направлена энергия взрыва и сколько длится реакция. Мы снова на заводе по очистке сточных вод. А вот и долгожданная фраза «К взрыву готов!». Как видите, никаких осложнений не произошло. Взрыв приподнял породу сантиметров на 50. Мы называем это вздохом. Отличный был вздох. Это был совсем небольшой взрыв. Многие задачи требуют перетрясти все как следует. И все-таки по зрелищности ничто не сравнится с уже немодными взрывами строительных сооружений. Но сначала надо найти устаревшее здание. Этот столетний дом был частью истории города Сент-Луис. И понадобилось всего 10 секунд, чтобы от него остались одни обломки. Бренту Бланчарду, несомненно, больше нравится взрывать здания, а не работать в них. Я уже потерян для общества. Не могу сказать, что у меня был хоть один заурядный взрыв. На мне лежит большая ответственность, и каждый раз учишься чему-то новому. К тому же, это опасные работы, хоть мы и стремимся к максимальной безопасности.
Подходя к месту взрывных работ, надо всегда быть очень внимательным. Это занятие не бывает однообразным. А почему бы и нет, если здесь есть возвышенность? Походи, посмотри, а потом мы все обсудим. Брент Бланчард работает старшим наблюдателем в компании Protec, которая предоставляет документацию и консультирует предприятия, занимающиеся взрывными работами и строительством. Он фиксирует на пленку все работы по подготовке и проведению взрыва. Самый зрелищный и взрывной спектакль Северной Америки он увидит с первого ряда. Первым делом надо изучить место будущего взрыва вместе с Джимом Ридайком. Я бы не сказал, что это простое здание, хотя и довольно стандартное, судя по размерам и сложности конструкции. Здесь не так много массивных несущих стен или других усложняющих работу деталей. По сравнению с тем, что мне приходилось делать, это здание нетрудно будет снести. Одним из самых сложных заданий Ридайка был снос пусковых установок на мысе Канаверал, ведь эти сооружения выдерживали силу удара при запуске ракеты. Здание склада стоит достаточно обособленно, но ведь все равно речь идет о взрыве, а не об игре в ножички. Чтобы уменьшить количество исков о возмещении ущерба, надо зафиксировать на пленке положение вещей до начала взрыва. Мы в непосредственной близости от зоны будущего взрыва. Вот на такие повреждения в виде отколов или отшелушивания краски надо обратить особое внимание, потому что, скажем, какой-нибудь осколок во время взрыва может вызвать именно такие повреждения. И нам легко будет разрешить этот вопрос с хозяином, так как все зафиксировано. Несколько недель подготовительных работ и пробных взрывов, и начинается самое интересное – закладка взрывчатки. Братья Райан и Джаред Ридайк – прожженные взрывники. Первый взрыв они увидели почти младенцами, едва начав ходить. Но Райан признает, что их отец больше знает о взрывах. Он, безусловно, главный, потому что он чувствует, как надо сделать. И у него настоящее чутье на то, как все пройдет и что получится в результате. Это наполовину искусство, наполовину наука. Надо заложить взрывчатку на пятом этаже, на первом и в подвале. На пятом, в каждой колонне, пробурим по два отверстия. Здесь в каждой колонне будет по четыре отверстия, а в подвале либо три, либо четыре, в зависимости от высоты потолка. Взрывы должны выполняться с задержкой примерно полсекунды, чтобы здание правильно упало. Начнем с северо-западного угла, потом волна пойдет сюда, и дальше взорвем эти четыре колонны одновременно, чтобы рухнул этот угол. Арнольд Спертос был председателем совета директоров Спертос Рекинг Компани. Это как будто вы сидите на стуле, и у него выбивают сразу четыре ножки. Если выбить одну ножку, то стул может остаться стоять, но уже на трех ногах. А если выбить две ноги, то он завалится. Здесь то же самое. Стул падает, потому что на него действует сила притяжения. Чем больше предмет и чем он выше, тем больше надо учитывать силу притяжения, потому что при правильном расчете она поможет зданию упасть правильно. Протестующие возгласы общества могут заглушить даже самый мощный взрыв. Бланчард и его коллеги стараются успокоить хозяев соседних зданий. Здесь все очень хорошо продумано. Это помещение с компьютерами, можно сказать, мозг всей компании. Мы немного обеспокоены тем, что может здесь случиться. Тем временем Джаред Ридайк тянет провода. Это очень важный момент подготовки, ведь все связывают именно провода. У нас есть специальное оборудование, которым можно проверить сопротивление цепи, нет ли в ней разрывов и хорошо ли все соединено. Главное это проверить, нет ли разрывов в цепи, чтобы перед тем, как нажать кнопку детонатора, мы точно знали, что все подключено и сработает целиком. Оснащенный видео и фотокамерами, Бланчард снимает все до мельчайших подробностей. Мы проводим здесь видео и фотосъемку сразу по нескольким причинам. Во-первых, надо показать взрывникам те места, на которые надо обратить особое внимание, и те объекты, которые мы можем задеть взрывом. Поэтому одна или две камеры будут фиксировать,
какие обломки вылетели за границей территории взрыва. Потом мы все проанализируем. Во-вторых, нам надо будет сфотографировать все место взрыва целиком с двух разных точек, чтобы зафиксировать факт, что людей в зоне взрыва не было, а также показать, что происходило в непосредственной близости от нее. Третья причина — пленку будут показывать будущим заказчикам со словами: «Видите, все прошло как надо. Мне просто интересно. У меня там завтра будут работать ребята, и я хотел бы знать, их не заденет». Безопасность — это главное. Для взрывников нет такого слова «перестраховка», особенно если речь идет о городской зоне. Иногда случаются трагедии. В 97 году 30 тысяч человек пришло посмотреть на снос больницы в Канберре, Австралия. Килограммовый фрагмент стальной конструкции убил одного из зрителей, находившегося в 430 метрах от места взрыва. Для наблюдения за ударной взрывной волной специалисты из компании «Протек» устанавливают по периметру здания сейсмографы. 20 метров – это достаточно близко для снятия показаний и достаточно далеко, чтобы остаться невредимым. Хотя такая забота вовсе не говорит о том, что бренд не будет жертвовать одной из своих камер ради эффектного кадра. Иногда я чувствую, что кадры получатся настолько динамичными, что готов рискнуть камерой стоимостью 5-10 тысяч долларов. Не часто, но бывает. Кадры оправдывают риск. Заказ, сделанный местной телекомпанией, означает, что одна камера точно не доживет до завтра. Съемка будет очень непродолжительной. Мы запечатлеем на этих кадрах моменты до второй или третьей задержки, поэтому длинными они не получатся. Камера точно будет вся разворочена, ее, наверное, уже не восстановишь. Но сигнал на телевидении будет идти до самой последней секунды. Надеюсь, у нас получится. Как и ожидалось, любители пощекотать себе нервы пришли посмотреть на взрыв. Специалисты подсчитали, что это здание весом 50 тысяч тонн рухнет всего за 5 секунд. Для Джима Редайка наступил момент истины. Все в порядке, все подключили, ничего уже менять не надо. Значит, можно идти туда, где надо будет нажать кнопку. Господи, все в твоих руках. Прояви свою мудрость, сделай так, чтобы даже если что-то случится, никто бы не пострадал. Дэн, вернись. Хорошо. Может, размотаем всю ленту? Один момент. Отлично. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Огонь! Первым на месте взрыва оказывается Джим Редайк. Превосходно. Лучше и быть не может. Если бы пришлось снова это взрывать, то и улучшать-то нечего. Похоже, пока все нормально. Но последнее слово за взрывниками. Дом сложился волшебно. Отличная работа, спасибо. Взрывом можно проложить дорогу, снести дом, но при чем здесь искусство? Возможно, вы не ожидали увидеть взрывчатку в мастерской скульптора, но там, где не помогает долото, поможет динамит. Расположенная в Черных горах Южной Дакоты гора Рашмор стала символом Америки. Скульптор Гудзон Борглум начал работу над этим колоссальным проектом в 1925 году. Ему помогало 400 рабочих, но закончить этот 18-метровый барельеф президентов
вырезанной в цельном куске гранита, удалось лишь через 16 лет. Сражаться с камнем скульптору помогал актер Коржак Жулковский. Затем в 1939 году Коржак приехал в Нью-Йорк на Всемирную выставку и получил там главный приз. Обрушившаяся слава изменила его жизнь. Как-то я получил письмо от старого индейца. Его звали Стоящий Медведь. Он спрашивал меня, не могу ли я построить памятник его народу, чтобы белые люди знали, что краснокожие тоже были героями. По происхождению я поляк, и вот я подумал, что этот человек не так уж и много просит. Я не знал, что я хочу, поэтому решил посвятить свою жизнь этому проекту. Так началось чудесное наваждение. Прототипом послужил вождь индейского племени Оглала по имени Безумный Конь, который получил удар ножом в спину от бледнолицего солдата, когда нес знамя примирения. Изображение вождя не существовало. Однажды один торговец спросил его, где твоя земля? Он нагнулся к голове своей лошади и сказал, моя земля там, где меня похоронят. Это я и хочу отобразить в памятнике. В 40 лет этот человек, не имевший никакого опыта в ваянии или инженерном деле, приступил к созданию самой большой скульптуры в мире, работая с самым трудным материалом в мире. Сделав сначала уменьшенную модель, Коржак в июне 1948 года произвел свой первый взрыв. В результате от горы отвалилось 10 тонн породы. Все это происходило недалеко от Рашмора. По окончании работ, еще примерно через 50 лет, памятник будет больше, чем самая большая пирамида в Гизе. Сначала Коржак работал один, вручную высверливая в горе отверстия для взрывчатки. Но вскоре подоспела помощь. В 50-м году он женился на Рут Росс. У них родилось 10 детей. Взрывная семейка вместе проводила время на горе. Все младшие дети выросли, работая над памятником. Работа там была непочатый край, вся она требовала терпения и старания, так что они очень помогли отцу. Они были тогда такими маленькими, что им даже приходилось вдвоем спускать отбойный молоток. Пока Коржак откалывал куски от горы, гора откалывала куски от него. За все эти годы он перенес множество операций, в том числе и удаление 6 позвоночных дисков. Но он никогда не падал духом. Много лет назад один парень спросил меня, «Мистер, откуда вы знаете, что Безумный Конь лежит в этой горе?» Я подумал, что он шутит, но он был очень серьезен. И тогда я сказал, «Я расскажу тебе, что я делаю. Каждый день я лезу наверх и просверливаю 8-10 пятиметровых отверстий, а потом кладу в них динамит. Затем я кричу в дыру, «Безумный конь, ты здесь?» и дергаю за взрыватель, а он отвечает мне, «Угу!» То, что полвека назад начиналось как маленькие дырки от взрывов, теперь приобрело очертания. К сожалению, Коржак никогда не увидит свое детище целиком. В 1982 году он умер в возрасте 74 лет. Он хотел, чтобы работы продолжались и после его смерти, и он доверил их проведение своей любимой жене. Рут следит за выполнением всех работ по строительству монумента, особо уделяя внимание лицу вождя. Июня 1998 года на 50-ю годовщину первого взрыва семья открыла восхитительный облик безумного коня. Т-34
Тепловая обработка придала грубому камню гладкость. Пламя, температура которого равна 1800 градусов по Цельсию, выровняло все шероховатости на камне. Уникальным этот памятник делает тот факт, что он вырезан как бы со всех сторон горы. Его размер можно сравнить с размерами только самых больших сооружений на Земле. Высота лица равна высоте девятиэтажного дома и может затмить собой все четыре головы горы Рашмор. На руке спокойно умещается Боинг 747. Голова лошади в три раза превосходит по высоте египетского сфинкса. На сегодня от горы было отколото 10 миллионов тонн камня. Этого хватит, чтобы построить четырехполосное шоссе от Амстердама до Брюсселя. Проект «Безумного коня» таких размеров может поначалу показаться безумием. Но Коржак Жулковский был уверен в том, что делает. Он изучил каждую пять горы и с годами насобирал столько наблюдений, что хватило на три тома записей. У него были все размеры горы. Единственное, что его беспокоило, это что гора в том месте, где должны быть скулы, была слишком толстая. Оттуда он и начал рассчитывать пропорции памятника, потому что скулы должны были получиться массивными, а значит, и все остальное тоже. Поэтому все замеры производились очень тщательно. Сначала была сделана модель из мрамора в масштабе 1 к 300, а чуть позже из пластика, но она уже была больше 1 к 30. Чтобы получить оригинал, надо взорвать много камня. Одно неверное движение, и прощай, безумный конь. Уменьшенная модель памятника подсказала Коржаку Жулковскому, в каких местах эффективнее всего располагать взрывчатку, и таким образом получилась целая скоординированная система. Для взрывников это служит как бы дорожной разметкой. Рич Берри работает здесь инженером. Для такой работы с камнем очень важно точно знать, где ты находишься. Потому что это определяет то, каким образом будут производиться взрывы и тип взрывчатки. К тому же разметка помогает понять, что надо сделать, чтобы полученное соответствовало модели памятника. Самое важное – это контроль. Взрывники работают скорее как хирурги, а не как строители. Они больше задумываются над тем, что останется, а не что отвалится. При создании лица отверстия делаются на расстоянии 150 мм друг от друга. Сегодняшний взрыв, эпицентр которого находится в 7 метрах от платформы, не требует такой ювелирной точности. Чтобы аккуратно разломить этот кусок скалы, нужно пробурить глубокие скважины как вертикально, так и горизонтально на приличном друг от друга расстоянии. Сейчас я делаю вертикальные скважины. В этот раз мы работаем с задним и боковым склоном. Отверстие проделывается на одинаковом расстоянии друг от друга, равном полметра. Глубина их составляет 7-8 метров. Чем дальше, тем труднее. Бурильщик Дуан Строу ищет решение. Мы проделываем отверстие на уровне 55 метров на заднем склоне горы. Сейчас я бурю как раз заднюю стену. Нам нужно сделать для себя проход, дорогу, а иначе у нас потом не будет доступа к оборудованию. Этот доступ еще называют террасой, которая поможет строителям работать быстрее. Для сына Коржака Казимира это настоящее благословение небес. Терраса – это очень хорошая идея. Это мы когда-то здорово придумали. Когда мы доделывали лицо, всю работу приходилось делать вручную. А теперь мы прокладываем себе такие дороги, чтобы можно было быстрее спускаться и подниматься, и легче было бы брать оборудование. У нас получаются проходы,
шириной 6 метров, и они опоясывают всю гору. Да и работать стали, пожалуй, в 10 раз быстрее. Взрывник Марк Дин смешивает компоненты взрывчатки в нужных пропорциях. Это весьма искусная работа. Сейчас мы готовим к взрыву эту часть горы и закладываем взрывчатку в проделанные скважины. Здесь внизу проделаны горизонтальные отверстия, которые пересекаются с вертикальными отверстиями, ведущими наверх. Я заполняю отверстия взрывчатой эмульсией, сделанной на основе воды. Эмульсию мы сделали не очень густой, чтобы и взрыв получился не очень сильный. Нам всего лишь надо слегка сдвинуть камни. Во время нашего взрыва камень разрушится очень быстро, а вот газа образуется немного, и поэтому большого сдвига порода не будет. И, как всегда, главное — это правильное размещение. Чарли Брумба бурит скважины. Мы уже там внизу заложили взрывчатку в отверстие, и сейчас я занимаюсь тем же самым. На данный момент мы закрепляем эту взрывчатку внутри скважин. Она должна крепко там сидеть. Мы уже отработали методику, как надо бурить, как надо закладывать, проводя пробные взрывы. Всю эту цепную реакцию взрывов можно объяснить на примере перфорированной бумаги. Сначала вы проделываете дырочки в нужном вам направлении, а потом рвете по ним бумагу от одной дырки к другой. Вот то же самое и здесь, только вместо бумаги мы имеем дело с горной породой. Хитрость в том, чтобы убрать нужное количество камня с минимальными затратами взрывчатки. Инженер Кевин Хашмейстер проверит, все ли пройдет гладко. Чтобы наблюдать за колебаниями, возникающими при взрыве, мы подключили сейсмограф. Этот небольшой инструмент называется геофоном и непосредственно подсоединен к скале. Когда над нами произойдет взрыв, по горе начнут распространяться колебания, и этот прибор будет их улавливать, посылая сигнал к сейсмографу по проводу. Этот прибор непосредственно измеряет частоту колебаний, вызванных взрывом, и фиксирует их. После взрыва мы заберем прибор с собой и, подсоединив его к нашему компьютеру, увидим полную картину взрывной волны. Это поможет нам определить результаты колебаний. Но скала не должна расколоться, а значит, колебания за секунду не должны проходить расстояние больше, чем 125 миллиметров. Чтобы получить полную картину влияния колебаний на состояние скалы, взрывники сделали замеры сейсмографом в 5 местах на поверхности и внутри. Большая часть оборудования была подарена. Весь этот проект финансируется за счет частных пожертвований и платы за вход для экскурсий. Коржак, не заработавший здесь ничего, отказался от государственных денег. Он отклонял предложенное ему 10 миллионов долларов даже не один раз, а два. Резьба по камню — это нелегкое занятие. Но Казимиру Жулковскому, работающему здесь 40 лет, закрыть проект еще труднее. Я просто должен этим заниматься. Когда отец был жив, он вовсе не принуждал меня к этому. Перед смертью он всем нам предоставил выбор. И если ты выбрал это дело, то берись за него и делай. Если хочешь бросить его, то нечего тогда и начинать. Поэтому я не собираюсь бросать это дело. Я принял решение и остался тут. Мне хорошо живется сегодня, а завтра, может, будет еще лучше. К взрыву готов! К взрыву готов! Взрывные работы – это искусство, наука, инструмент созидания и составляющая будущих изменений.
А для людей, которые ими занимаются, это образ жизни, без сомнения, взрывной жизни.